Вот я когда готовилась к концерту, ну, в общем-то, и до этого знала, обратила внимание, что самый сказочный автор вообще, который существует, это новелла Матвеева. У нее сказочных героев просто немеренное количество. Вот две сказочные героини. Песни новеллы Матвеевой. Если у вас будет возможность, обязательно послушайте, получите большое удовольствие. А следующая песня — «Синее море». Собственно говоря, вот я обнаружила, что, оказывается, новелла Матвеева ничего под заказ, вот так специально для чего-то, для фильма, для спектакля, не писала. То есть во все спектакли или фильмы были взяты
результаты, уже готовые произведения. Вот эта вот песня «Синее море» была использована в аудиоспектакле, да, который назывался «Дикая собака Динго» или «Повесть о первой любви». Песня была немножко переработана, просто потому что формат спектакля это предполагает совсем другую форму произведения. Я думаю, что все знают ее.
волна, восьмая волна.